самом главном, о женском и не только в программе «На лавочке». В главных ролях Алиса Шахназарова и Залина Бадрудинова. Каждую пятницу с 19 до 20.00 на канале «Прибой ТВ». «На лавочке». Добрый вечер, дорогие друзья. Вы смотрите канал «Прибой ТВ». И это не шутка. Алиса, ты хотела и все время жаловалась. Вот, ничего не цепляешь на себя, ничего не одеваешь. Вот, смотри, ну, любуйся, Сегодня ты явно перестаралась. Что за цвет, умоляю, Залина? Прекрасный цвет. Кто почти тебе? Под мои глаза. Кто, под цвет моих глаз. Ты себе льстишь. Кто тебе вообще такое насоветовал? Вот она, дружба. Кстати, друг мой близкий. Что там за друг с таким вкусом? Очень даже хороший у него вкус. Что за друг? Мужчина? Нет, она. Какая мужчина? Какая может быть дружба между мужчиной и женщиной? Алиса, заткнись. Это он тебе вот такое насоветовал? Небось, я не знаю, что он хотел этим сказать вообще. Он сказал, возьми, Залина, этот цвет, чтобы Алиса от зависти умерла и в прямом эфире всякие гадости говорила про меня. Друзья, и про мой вкус. Программа «На лавочке» в эфирной студии. Залина Бадрудинова. Алиса Шахназарова. Мы сегодня вырядились, потому что на календаре уже 9 декабря. И у нас, кажется, уже предновогоднее настроение. И мне кажется, в самый раз пора начать поздравлять вас. С наступающим вас. Наверное, я одна из первых вас поздравлю. Рано еще, нет, Залин? Рано никогда не бывает. Поздравлять и дарить людям настроение. Да. Если это вам хоть как-нибудь, хотя бы на 10% людей, которые сейчас нас видят, отражается улыбкой, значит, мы верно следуем. Ну а что же не смеяться? Вырядились здесь, сели, сидим. Не надо, давай без ассоциаций. Друзья, мы желаем вам доброго вечера, хорошего настроения. И, кстати, предлагаю, Залин, сегодня говорить о дружбе. О мужской и женской, кстати. Нормальный друг вообще такое посоветует? Алиса, посмотри на свой цвет. У меня все скромно, со вкусом. Да, вот это бордовое, коричневое, черное, что-то, какие-то коровьи пятнышки тоже на кофте. У него все прекрасно совпадает с серебристым этим. Не надо заведовать слух. Ты в своем репертуаре. В общем, мы друг друга обласкали. Сама отличилась, потом мне говорят, я в своем репертуаре. Нормально. Друзья, веселитесь, любите друг друга, уважайте друг друга, дарите друг другу хорошее настроение. У нас сегодня в гостях замечательный гость, точку зрения которого мы обязательно узнаем. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Да. Это миф или реальность? Ну, ты сама как думаешь? Я об этом скажу уже на протяжении нашей программы. А давайте пока посмотрим замечательного артиста, который вот-вот посетит нашу студию. И порадуемся его творчеству вместе с нами. То бишь, послушаем песню в исполнении Абдулла Мурадова. Ну, не про... Так что, да, Алиса, хватит уже. Завязывает и завязывает. Никак не может завязать. Ой, люди, знала, что человеческая зависть страшная штука, но не знала, что такая. Черти что, и сбоку бантик, правильно Абду сказала. Друзья, у нас у них сегодня идея фикс. Меня уничтожит во что бы то ни стало. Это не так, мы тебя любим. Маминя. 2 секунды, я плачу. Давай мы передам все-таки к Абдулу привет. Добрый вечер. Абдул Мурадов, друзья мои. Рада приветствовать тебя. Прошу, спасибо за то, что нашел. Она хочет громче меня. Спасибо за то, что нашел время и пришел к нам в студию. Рассказывай, как у тебя дела, что да, новенького? Да, ну как ты поживал вообще? Ты скучал вообще по нам? Конечно. После того эфира мы долго собирались как-то встретиться, и не получалось. А сегодня у нас судьбоносная, кстати, друзья мои, встреча. Да. Ну, мы сегодня, Абдул, решили поговорить о дружбе между мужчиной и женщиной. Как по-твоему, это миф или реальность? Конечно, реальность. Ты тоже считаешь, что между мужчиной и женщиной настоящий. Может быть дружба? Ну, почему бы и нет? Ты сомневаешься? Да, я сомневаюсь. Мне кажется, если бы мужчина был... Нет, если мужчина женат и женщина замужем, тогда между ними, возможно, какая-то дружба семейная там, да, какие-то отношения. А если нет, то мне кажется, что рано или поздно между ними все равно какая-то искорка да пробежит. Ну, все-таки бывают совсем разные как бы взаимопонимания. Но в данный момент, если муж понимает то, что жена ему верна, да, допустим, и если у нее со стороны друзья, допустим, или с одноклассниками она, допустим, дружит. Если он с ними тоже, при условии, если он тоже да, с ними общается. Дела. Да. Если он доверяет супруге, почему бы и нет? Но большинство как бы не соглашаются с этим. И... А твоя позиция собственного... какова была бы? Вот по отношению к твоей спутнице жизни, тебе бы понравилось такое положение вещей? Ну, я бы не был бы против, если честно, бы... Честно, ты так призадумался?
Ну, знаешь, это зависит от жены, я думаю, если она мне верна. Нет, а мне все-таки кажется, что это зависит от мужчины. А я думаю, что... себе уверен. А я думаю, что все равно это зависит от женщины. Если она хоть как-то подсознательно допускает мысль близости с так называемым своим другом, если она хоть как-то там его видит, в образе, ну, как мужчина, а не как друга, как да. Мужчину, значит, рано или поздно, да, что-нибудь произойдет. А если она действительно убеждена, что это самый лучший друг, что он на уровне брата и все такое, и такая мысль даже недопустима, вот там реально есть дружба между мужчиной и женщиной. Я не знаю, каким страшным, тогда он должен быть друг, чтобы женщина или мужчина, или подруга какой-то страшная должна быть, чтобы никаких мыслей там не допускать. Алиса? Да. Ты как это? Алиса против, по-моему, дружбы. Ну, я не против, но я просто очень сильно такой сомневаюсь, скептик, что она может как, быть как между сноб, мужчиной сноб и женщиной. Бывает же. А я хочу сказать открыто, уверяю, заверяю, есть дружба между мужчиной и женщиной. Я, по крайней мере, вот ну, давай, расскажи нам о своем друге, который тебе выбирал вот эту вот красоту. Я выбирал, а что тебе не нравится? Да. Нет, я не верю. Ну, почему? Ну, хорошо, она такая, сейчас я открою секрет. Как вы думаете, почему без стола сидим? Потому что Алиса забрала скатерть постирать, ну и, конечно, ее не принесла. Давай будем открывать. Без стола, без вот, чая, вот, без она ничего. Должна была, ну, это да, сказать, и мы теперь... да. Не, слушай, не, человек, гость пришел. Не хотела чая начать. Вот поглядывает на наши конфеты там, ну пусть карамельки там, сухарики, ну поглядывает самоварчик. В следующей программе мы точно будем говорить, существует ли женская дружба и солидарность. Точно, я вам обещаю, ребята. И там я точно думаю, устроить такой да, балаган. Мы друг друга, наверное, там точно раскроем все потайные лазейки, и все карты будут, наверное, раскрыты. Про скатерть ты сказала, хорошо. Ты спалила ее. Ты спалила. Давай, да. Ты вспомни еще что-нибудь. Вспомни, что вспомни, мне такое вспомнить. Что сейчас такое? Я представляю, такая, под конец, и мы уже прощаемся. Ай, кстати! Залила. Ну вот, мы разбираем вопрос, друзья мои, дружба между мужчиной и женщиной. Я уверяю, что она действительно есть. Зависит только все от вас самих, насколько вы в этом нуждаетесь, вот той самой крепкой дружбе. Ну и, конечно же, вот я вот говорила, да, что тот же мужчина, та же женщина, они должны изначально четко какие-то границы у них должны быть. Допустим, у тебя есть друг, женщина, друг, девушка, Абдул? Не одна. Ну вот видишь, а вы сейчас мне сидите здесь и рассказываете. Вот. Но он же говорит, не одна, не один друг. А, в смысле, есть и не одна? Да, да. Очень много, ну, вот друзей, так. Девушек, да. И да, даже мы много о чем можем поделиться. Поняла? Так что в этом, я считаю, ничего зазорного нету, потому да? что на самом деле есть и дружба. И можете о женском так что о чем-то дружите, поговорить, да? Цените, но лишнего не позволяйте себе. Да, будьте бдительны. Будьте кто бдительны. Кто тогда сказал? Вот я сейчас сказала не помню. Сказала Залина Бадрудинова. Кто-то же сказал, дружба между мужчиной и женщиной умирает при наступлении ночи. О боже. Это может быть как бы с любимой девушкой или же... Ну, может быть, совсем да, другие, это вот такие вот дела, да? Скажем так, поверхностная а дружба. А с друзьями этого, я думаю, что это должно быть в стороне. Обязательно. Просто даже не обсуждается. Вот, видишь, Алиса, Залина как-то к этому относится нормально, а ты категорически нет, и все. Нет, не то чтобы категорически, своего... не то чтобы категорически, но просто убеждена в этом. Не, на каком основании? Тебе не посчастливилось вот встретить такого мужчину, у меня, друзья? Нет, у меня есть друзья, которые одновременно являются друзьями моему супругу. Ну при чем здесь твой супруг? Мы про тебя одновременно говорим. Друзьями. У вас должны быть одни интересы. Вы говорите взахлёб, вы растворяетесь, других, впитываете всю информацию. О других каких-то, да, о других каких-то друзьях, которые не друзья которые ему. Супруг просто... ее не знает, да, она да, да. не общается. Да, они просто короче, не, она решила блеснуть, как раз это сейчас так прокатит перед нашим народом. Что, и докажите, они сидят у экрана, я вижу, и говорят, тьфу-тьфу, машалла, Алиса, машалла, настоящая горянка. Они не понимают, о чем я говорю. Мне как будто
это не слышите, мальчики, девочки. Мы стараемся, мы не можем. У нас есть, вот я, кстати, передам. Но она имеет в виду то, что супруг кого знает, с теми она общается. Нет, у нас есть. У нас есть друзья. Мы тоже общаемся. У нас есть, да господи боже, мы сейчас драться будем. Я говорю, у нас есть друзья. Уже лет 10, наверное, мы дружим. Расик, Зайнудин, Микаил. Али Давудович, это весь старый состав ансамбля «Салам». Мы вас любим, помним, ура! Всем привет! Привет, да. Как бы есть ребята, с которыми, да, мы понимаем друг друга с полуслова, да. Общаетесь. Каждый четверг сауна. Ты можешь позвонить, сказать, там, у меня вот там проблема, проходи. Уверена, да. Есть эти друзья, но это друзья также и моего мужа. У меня не может быть друзей, я не знаю, с которыми я там общаюсь, которых не знает мой муж. Как бы это не воспринимается. Нет, но мы же не говорим, не знает. Мы сейчас не уточняем. Мы говорим просто, есть ли на самом деле дружба. Вот она, есть же дружба, Алиса. Ну, да, есть, но она как бы не только между мной. Она, получается, ну, семейная уже. Ну, плюс ко всему, уже. Ты уже ее разделяешь, она, да, это уже семейная. Да. Не, мы не ругаем, мы уже, вот мы так будем просто обсуждаем. Понимаешь? Мы громко разговариваем. Да-да-да. Люди эмоциональные. Горластые такие две девушки сейчас обсуждают. Вот, допустим, у меня проблемы. Есть подруга, Равзанат. Так. Инфекционной больнице. Ей огромный привет. Очень интересно. Вот и с этого места поподробнее. Очень близкий мне как бы человек и друг. Она во всем мне может поддержать, во всем может посоветовать. И в том числе молодая? Я могу. Ну, красивая? Не молодая, я бы сказал, но леди, можно сказать. Ну, достойная такая девушка. Ага. Ваших возрастов. Ну вот он же, да, не молодая. Ну, да, не я спрашиваю, не молодая, прям, он говорит, не молодая, Абдула Абдула. А я была тебе хорошее мнение. Ох, Абдула. Ай, Залина. Обхаяла ну, меня что полный ты так сразу в черный список? Ну вот, в общем, мы с ней друзья. Мы с ней друзья. У нее есть семья? У нее есть семья. Ну вот видишь, если бы у нее не было семьи, может быть, у вас дружбы и не получилось. Она бы. Очень хороший человек, поэтому я не могу никогда в ее адрес сказать плохое. И огромное спасибо, то, что она есть. Могу это сказать. А как ты думаешь, вот дружба между мужчиной и женщиной и дружба между мужчиной и мужчиной, она крепче или крепче между противоположными полами? Конечно, больше процентов между мужчиной и мужчиной, угу. Но есть и... Вот она, посмотрите, махает. Есть и сторона головой. Между мужчиной и женщиной. Я не согласна. Я мне считаю, кажется, что... между мужчиной и мужчиной все равно крепче дружба. Ничего подобного. Если мужчина, женщина, 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 мужчина... Разницы нет, то если вы по-настоящему дружите, там не имеет значения. В общем, мужчина, женщина дружит от или людей. Кто? Да, все зависит от них самих. Ты так говоришь, если вы по-настоящему дружите, ну это же как-то проверяется годами, ситуациями, ну, жизненными проблемами, конечно, и так далее. Конечно, Алиса, никто не спорит. Обязательно временем, причем это можно, это может будет проходить в течение вот, длиной жизни. Обязательно, вот Алиса. Всю жизнь живешь, живешь и не знаешь, кто с тобой рядом. Да, не знаешь. Хорошая подруга. Да-да-да. Верная к тому же. У нас есть эфирный номер телефона, но доступен ли он? Друзья, вам можно проверить. Назови заветные циферки. Да, Алиса, ты, короче, подала надежду и сразу убила, да? Она забыла циферки. Она решила покрутиться. Да-да-да. 91-48-58. Друзья, давайте вместе. 91-48-58. Дозванивайтесь и поделитесь с нами. И будем спрашивать. Да, своим мнением. Давайте вот на самом деле посмотрим, что они думают. Раз уж ситуация такая противоречивая, добро пожаловать, друзья. Мне кажется, это самый-самый только обсуждаемый вопрос. Или мы закрыли уже программу, я не пойму. Нет, мы только звоночком. Обсуждаемый спорный постоянно. Вопрос, да, на планете Земля, как и ряд других проблем, ну, не, в принципе, не проблем, вопросов. Вот этот вопрос тоже возникает всегда, и всегда он бывает очень обсуждаем. Прервемся на музыкальную паузу. Да-да-да. О самом главном, о женском и не только в программе «На лавочке». На лавочке. В главных ролях Алиса Шахназарова и Залина Бадрудинова. Я успею вовремя камеру поднять глаза. Камеру ставится должна только я. За линией не обязательно. Друзя, обязательно. Программа продолжается. Вообще надо по жизни себя вести. Вы смотрите канал «Прибой ТВ». Я почему-то в этом даже убеждена. Это Залина Бадрудинова, которая никак не замолчит. И я, ведущая Алиса Шахназарова. У нас в гостях Абдулмурадов. Замечательный артист. Хороший. Насколько мы понимаем, и хороший друг тоже.
Спасибо. Так, ну, Абдул, мы вот говорим о дружбе, Давай немножечко о тебе поговорим, о твоем творчестве. Скажи, вот в процессе твоего становления, в твоей работе, ну, есть такие друзья, женщины в частности, которые тебе дают определенную оценку, которым ты прислушиваешься, мнение, чье мнение для тебя важно реально? Советы, может быть. Ну, конечно, друзья бывают, говорят, вот это тебе подходит, это там не подходит. Допустим, больше спиной не поворачивайся, там, ну, вот, бывает что-то вот такое, но не улыбайся много. Таких особых претензий не бывает. Ну, не говорили, вот ты знаешь, та вот жилеточка вот в клеточку вообще была, вообще не подходила. Как ты мог ее одеть? Были такие замечания? Ну, нет. Потом, подобного рода. Были замечания, вот чисто. А какие? Вот, не выравнивай волосы, оставь свои волосы. Вот это, ну, после этого, конечно, это забыто. Это по-женски. Кстати, я рада сообщить, у нас есть, кажется, дозвонившийся. 91-48-58, здравствуйте. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. О, как мы вас хорошо слышим. Замечательно. Как зовут вас? Добрый вечер, Абдул Мурада. Добрый вечер. Мы тут как будто... И Алисия, и Залине, конечно же. Она как просто семимесячная, не обращайте на меня. Меня зовут Амина, я звоню с Хасаевского района. Очень рады приятно вас слышать, к сожалению, не видеть. Очень хотелось бы пообщаться насчет вашей темы. Так, слушаем вас внимательно. У вас есть собственное мнение? Да, может быть. Ага. Короче, я могу сказать, что дружба мужчины и женщины существует. Как это я уже дружу с одним человеком уже 5 лет, я не могу как учиться этой темы, как говорит наш уважаемый Абдул Мурадов. Я согласна с ним. Спасибо. И вот можно сказать, что дружба на самом деле существует. Ну вот скажите, вот в чем она, ваша дружба, проявляется? Звоночек раз в неделю? А, привет, как дела? Или как? По-разному, почему? Нет, это не то, что вот, привет, как дела, или что-то. Это такой человек, который можно в трудную минуту можно идти к вот пойти. Угу. Обратиться за помощью? Да, да, да. Обычно на помощь, или когда тебе хорошо, или вот... Его... я просто скажу, потому что на самом деле говорят, что если вот, как говорила наша Залина, типа, на наступлении ночи дружба что-то там пропадает или что-то, я с этим не согласна. Ну, может быть, есть и такие люди, которым... Это она шутила. Ну, естественно, я шутила, я здесь с пеной у рта доказываю, что она существует, она, наоборот, более того. Согласна с этим мнением. Так, нет, я не будем согласна перебивать с таким мнением, потому что, может, и есть такие люди, которые на что этого, ну, есть, не допускают устойчивые такие мысли, но, ну, не должны, если это на самом деле настоящая дружба, если они на самом деле, у них такая вот ситуация, то, когда ты обращаешься к чему-то, а вот, например, когда говорит Залин, я с этим не согласна, потому что это не дружба просто, это просто, как можно сказать, по-другому. Развлечение. Это не скажите, дружба просто. Может. А скажите, как друга вашего зовут? Это не секрет же, наверное? Его зовут Башир, он, да. Башир Керимханов, я ему тоже подвозлюсь. Помашем ручкой. Молодец, Башир, благодаря передать. Он и Чичали, мы уже дружим с ним 5 лет. А скажите, вот он к вам в гости приходит, хинкал вы делаете, общаетесь? Да, мы с ним общаемся 5 лет, конечно, у меня есть прекрасный жених, он знает про него, он его знает. Он ну не вот видите, нашу у него дружбу, есть прекрасный он жених. Он понимает, что за рамки наша дружба не выходит. У нее есть жених, вы понимаете? Вот с этого надо было и начинать. У нее есть жених, который одобряет ее отношения с другом. А жениху ей не понравится, он ей скажет, так, все, точка, никаких друзей, только подруги. Но такое друг, может, наверное, случиться? Существовал до... Нет, я вот на всех друзьях не могу отвечать, потому что я не знаю. Но муж у них, который понимает вот нашу дружбу с ним, он ничего против не имеет. Он говорит... Если бы у него была подружка, если бы у вашего суженого была бы подружка, которую он частенько ходил бы на хинкал, на блинчики, там понравилось бы? Я вот на это не смотрела бы. Если у них за рамки не выходит, но можно было бы. Конечно, но если в другом случае, я бы, конечно, была бы против. Ну, как я сама его представила, ну, жениху так-то, короче, мы с ним друзья, я ему хорошенько объяснила, что к чему. Ну, он понял просто, он взял и понял это. Очень разные так люди, я не могу сказать, потому что я не могу сказать о других людей, потому что разные люди бывают. Правильно. Может, кто-то был бы против. Очень рада, что у вас жизнь, такая на самом деле. Любой может человек сказать, что типа против. Угу.
Очень рада за вас. И спасибо вам огромное за звоночек, за то, спасибо, что вы дозвонились и поделились с нами. Ну, что остается добавить? Я вот хочу рассказать и, кстати, передать привет. Я вот знаю, не видит он нас и не слышит, своему другу Бочараев Артур. Ой, да. А я его знаю. Ты его знаешь? Я его уже знаю. Работник Чего? Русского театра. Я хочу сказать, с этим мальчиком мы познакомились. Ну, там такой мальчик, взрослый дядечка. Классный парень. Нет, ну уже, да, я тоже тетенька уже. А были детьми. Нет, ты молодая, совсем девочка. Да, я помню, как он меня вообще страшил первое время. Он же все время такой загадочный, серьезный. Все у него глобально. Талантливый парень. Очень глобально у него, Алиса. Это такой человек, который из вот такого вот простого сделает. Валина, на нас надвигается метеорит огромный. Нет! Блесть под стол. Нет, я говорю, смотрите, вот первый курс. Мы только сидим, у нас только знакомство. Мы сидим, кто где как сел. Так получилось, мы рядом. Я говорю, здравствуйте, меня зовут Залина. Такая, знаешь, наивная ромашка. Холодным взглядом. Ясно. Нет, даже раз он сказал, ясно, повернулся. Я думаю, ну, так, я же... Что такое? Не знаю, что... Залина подумала, что за придурок? Нет! У меня еще тогда не хватило бы мозгов так подумать, что люди-придурки тоже бывают. Она была еще и умная. И мне первый вопрос, такой дурацкий еще, а кто ты по нации? Лакиц. Нет, он не говорит. Он просто культурно встал и пошел. Я дагестанец. Он, наверное, подумал, что за бычиха. Ну, если бы, я бы с ним согласилась. Никогда не спрашиваю, кто ты по нации. И когда меня спрашивают, я всегда отвечаю, дагестанка. Ну, да видимо, что? Она хотела на своем языке сказать, поэтому она спросила. Нет, да? Это просто, я же... А, это у вас, наверное, сразу нет все? Нет, сразу все свои, да? Нет, это чуть тюмурного левера. Друзья, в общем, мы приходим к такому выводу, что все-таки их большинство. Дозвонитесь, в конце концов, кто-нибудь, наверное... Ну, я не дорассказала нашу историю. А, да, I'm sorry. А, вот потом, мы сколько лет дружили, все, mm-hmm. И он, как правило, он такой вот просто, я не знаю, классического вида альтруист, человек такого плана. И он всегда помогает, именно когда тебе плохо? Очень плохо, сложно, когда чуть ли не могут все отвернуться, он будет всегда рядом, поможет верным делом, советом. И не просто советом, он будет делать, он будет настоящий показывать. Настоящий друг, а? Молодец. Смотри, а как твой муж на эту дружбу смотрит? Нормально? Вначале он не понимал. Ну, вот видишь, я же говорю, не понимаю. А потом он действительно, ну, просто Мурат всегда говорит даже... Арни, это не обсуждается, это просто не обсуждается, это вот класс. Золотой круто. Человек. Круто, у нас звоночек, друзья, мы приветствуем вас, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Привет. Привет. А для того, чтобы нам с вами познакомиться, необходимо будет звук вашего телевизора чуть тише сделать. А. Ага. Вот, теперь, алло, кажется, дошло. Как зовут вас? Алло. Да, мы да. вас прекрасно слушаем. Я как улыбаюсь туда постоянно. Зовут вас как? Здравствуйте, меня зовут Саньят. Я звоню вам из города Кизилюрт. Отлично. География нашего общения. Я хотела бы поделиться с вами своим мнением. Моего города. Что это, я не понял. Жарко, не могу. Саньят, здравствуйте. Да, я слушаю. Да, Саньят, итак, вы с Кизилюрта. Вы с Кизилюрта, мы правильно поняли? Да, да, да. Вот у нас в гостях ваш земляк Абдул Мурадов. Вы рады его видеть? Да, очень приятно. А скажите, спасибо, пожалуйста, ну вот как вы относитесь к дружбе между мужчиной и женщиной? Это реально существующая вещь или миф? Я уверена, что это абсолютный миф вообще, дружба между мужчиной и женщиной. Как она сказала? Это мы абсолютно миф. Я с этим убедилась каждым разом, как бы. Угу. Не знаю, что дружбы не существует никакой. Никакой. Между мужчиной и женщиной не может быть дружбы. Ну а почему, вы можете нам обосновать свое утверждение? Ну, значит, она часто обманывалась. Мужчины все свои. Я могу сказать, что я согласна с Алисой в том, что это, дружба может быть только в том случае, если это семейная. Угу. А если это дружит молодая девушка свободная и свободный парень, то этого и быть не может. Ну, я это точно знаю.
Ну, я вам только что рассказывала, как сколько лет... Ну, значит, ты была не в его вкусе, Залина. Ну, вы, наверное, ошибались. При чем здесь вкус? Там же дружба. Как там может быть как что-то другое? Может, Саня, в чем-то уже была ошибка, поэтому... Ну, наверное, она говорит, зная, что говорит. Да, Саня? Значит, наверное, в жизни были моменты, когда разочаровывались? Да, я не раз в этом убеждалась, видите? Но вам крупно не повезло, не посчастливилось, вам доставались, нет, ничего. Попадались такие, знаете, мужчины, которые... Я могу сказать, что достойно. Как бы ни было, мне кажется, что дружба с женщиной — это лучше. Ты про женская солидарность, ну как ты можешь произнести даже? Я удивляюсь, слушай. Даже... Ее точка зрения. Я не говорю... Я не говорю. Давай корзину сюда. Но мне бы все равно хотелось бы подружиться с мужчиной. Что? Вот видишь? Родиться мужчиной хотелось бы. Все равно хотелось бы. Алиса, она хочет найти достойного друга. Хотела бы. Но вот видите, мужчины, они же часто заставляют нас разочаровываться. А девушки? И девушки тоже бывают. Да, и девушки тоже. Да нет, а ну вот мы от чистого сердца желаем вам на самом деле приобрести, обрести друга, который будет вам реально другом и ничем больше, никем больше. Опорой, поддержкой. Который поддержит трудные минуты и радость с вами разделит. И спасибо вам огромное за звоночек. Спасибо. Пока. Пока. Ну вот, видите, да, нас, получается, и в Кизилюрте видно, и слышно. И география, география нашего общения расширяется. Друзья, не, добро пожаловать, звоните, дозванивайтесь. Да. По номеру 90. Делитесь своими, как бы, мнениями. Да. А по номеру 91-48-58. Точно. Поле. Да. Программа продолжается, друзья, и большими семимильными шагами движется к своему логическому завершению. Итак, мы говорили сегодня, продолжаем говорить на тему, существует ли дружба. Она хотела что-то между сказать, но... Между мужчиной и женщиной я продолжу. Я уже забываю, что я хочу сказать. Действительно ли это так, или это просто миф, выдуманный... Ну, мне кажется, на эту тему спорили все, ну, я имею в виду... И вся, и много-много, да, вопрос рассматривался, да, на протяжении многих столетий. Угу. И прийти к одному какому-то единому мнению, я думаю, не получится никогда. Потому что сколько людей, столько и мнений по этому вопросу. И вот у нас еще одно мнение сейчас будет в эфире. Звоночек у нас в студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Как хорошо, что вы к нам дозвонились. Мужчина у нас на проводе. Как зовут? Меня зовут Магомед, я с Кизилюрта. Очень приятно. Вот, вы обсуждали такую тему, может ли парень или девушка дружить между собой. Да. Я считаю так, что это нет, ни в коем случае. Поняли, в каком-то образе мы забываем, что мы из Дагестана, что мы мусульмане. Девушка и парень в любом случае, я считаю, нет, ни в какой дружбе не может быть об этом и речи. Почему? Потому что видят на улице парень и девушка гуляют, уже идут слухи нехорошие. Да. Разговаривают нехорошо. Ну, с этой стороны тоже. Ну, ни один отец, ни один мать это не одобрит. Да. Но если я считаю, что родные, такое близкие... мнение идет в многие люди. Угу. И, естественно, наши же бабушки и дедушки будут смотреть на это совсем с другой стороны. Да. Хорошо, вы считаете, что... Она не должна быть, категорически нет. Но вы согласны с тем, что она есть на самом деле такое явление? Может быть, настоящая искренняя дружба между мужчиной и женщиной? Искренняя дружба? Нет, никогда. Вы несчастный человек. Значит, вы еще не встретили дружбу крепкую? Нет, дружба была. Но всегда или девушка бывает ошибается, или парень ошибается, и происходит что-то не так. Что-то из рамки выходит, да?
Ну вот видите, не понял. Ну, прежде всего. Из рамок что-то выходит и не остается, как бы. В рамках дружбы. Дружбы, вот, да. Вот самое точно. Ну вот я же не зря, не случайно спросила у дозвонившейся девушки к нам, в курсе ли ее родственники, ходит ли этот ее друг к ним в дом, вхож ли, сидят ли они в доме, и как семья ее реагирует. Она сказала, да, он вхож в их дом, он приходит на хинкал, они общаются. И вот как-то есть семьи, которые это воспринимают, да, есть семьи, которые воспринимают это нормально. Но в большинстве, я думаю, случаев в Дагестане, да, дружба между мужчиной и женщиной, она не воспринимается. Я же говорила вам. И вот здравый смысл по ту сторону экрана сейчас. Залина уже задавила. Что значит здравый смысл? Ну, видимо, что-то не так. Магомед, спасибо вам за ваше мнение. А в действительности, оно же так и есть. Да. То есть, ну вот я приведу пример, когда мы... Все будут смотреть просто неправильно на это. Да. Думаю, вот здесь как-то... он действительно прав, потому что реально, если парень с девушкой, то первая мысль о том, что они, ну вы же не подумайте, да, это ой, друг и подруга, просто. Ну, первая ассоциация если какая главное, приходит? Родные знают, что это да. На самом деле верный друг, поэтому я думаю, что не стоит слушать какие-то мнения и знать то, что у тебя с ней, допустим, ничего такого общего нету, поэтому не стоит слишком себя грузить. Ну вот такими. Разделяются мнения. Магомед, спасибо за вашу точку зрения, которую спасибо. Вы высказали у нас в эфире. Угу. Спасибо вам огромное. Я с ним абсолютно согласна в плане того, что да, мы просто подвержены общественному вниманию и мнению. И, как правило, именно такому несправедливому зачастую. Но так как я, например, о себе сейчас в данный момент говорю. Я девушка всегда была смелая, готовая кричать всегда о своих чувствах, как и сейчас происходит. И говорить всегда правдиво, откровенно все, что на душе, на духу, на сердце, как угодно. Поэтому меня как бы интересовало только что касаемо моих родных. Ну вот у меня, будучи не замужем, да, у меня были друзья, их было много, целый ансамбль. Эти ребята и девчонки, они дружно приходили к нам домой. Мы резали барана, мой отец с нами сидел, мы делали шашлык, хинка. Мы ездили вместе. Да, но это все было в массах. Это было вот как-то... Не вот, отдельно? Да, не так, чтобы вот девочка с мальчиком там друг к другу там в гости. Нет, такое не воспринимается. У нас было все массово, все дружно. Сегодня к одним в гости, завтра к другим. Их родители знают меня, и, там этого мальчика знают мои родители. Только вот так вот. А так, чтобы реально просто девочка, мальчик, дружба... Ты просто дружба. Сейчас идеализируешь, Алиса. У нас тоже происходило, и по сей день мы все так дружим. Уже все женаты, с детьми, дай бог всем здоровья. Все мы дружим, все, и как бы, я хочу сказать, если идеализировать, да, это звучит, может быть, даже где-то для кого-то дико. На самом деле, есть место. Дружба есть, так да. Что дружите. Дружите. И из пусть, последних сил. Пусть уважение, они... доверие никогда не покидает ваши сердца, чтобы вы не были разочарованы в самых своих истинных чувствах, особенно в таком... чувстве, как дружба. В таком явлении, как дружба. Итак, друзья, мы завершаем программу. У нас рубрика «Блиц-опрос» буквально через секунду. Дай опрос. Блиц-опрос. Говорим правду и только правду. Клянусь, слушай, честное слово. Ну и что-то похоже на правду. Лук, говорю, кстати, кизилюртовский. Залина как-то у нас ездила отдыхать и вот своровала, накопала. Кстати. Нет, ты путаешь, работала. Я ехала ты картошку работала? Собирать. А, то была картошка. Левашинский причем. Ты не путай кизилюрт, там-то про лук ты говорила. Почему лук у нас, смотри, какой большой. А лук, кстати, не кизилюртовский. Добротный. Не надо, не надо присваивать, это кардахкенский лук. Не надо, не надо сейчас слишком говорить. Кизилюрта привезла и говоришь. Вернее. Вернемся к делу. Да, к нашим друзьям. Я не буду продолжать, кому. В общем, условия известные. Я задаю вопрос, ты отвечаешь обязательно, искренне и честно, да или нет. А я буду тебя отвлекать. Хорошо. Поехали. Ты считаешь себя умным человеком? Не совсем. Может, что-то я не знаю. Да или нет? Ты считаешь себя умным человеком? Да. Да, молодец. Вот вопрос. Есть ли в твоем репертуаре песни, за которую тебе стыдно? Есть, да. Ты часто слышишь критику в свой адрес?
Нет. Ты считаешь себя достойным сыном? Да. Ты на сцене из-за денег? Нет. Из-за славы? Нет. Ну уж точно не из любопытства. Просто хобби. Интерес. Надеюсь, это хобби перерастет в жизнь. А, тебе есть к чему стремиться? Да. У тебя есть враги? Нет. У тебя есть близкие друзья? Да. Девочки. Очень даже как много. Выяснилось, девочки. Ты согласен с тем, что слава портит человека? Да, кого как. Ну, то есть согласен. У тебя возникает желание переехать из республики навсегда? Ну, поменять место жительства? Иногда. Угу. А, у тебя сложный характер, как ты считаешь? Был, а сейчас нет. Ты можешь сказать о себе, я счастливый человек? Да, я счастливый человек. Ну и браво. Ну такое впечатление, да, создается. Здоровый, красивый, талантливый, всегда молодой улыбающийся, человек, да. Который мимо создает никогда не пройдет. Создает впечатление счастливого человека. Да, который оставайся всегда. В поисках невесты. А, да. Так, маленькая заметочка, надо, друзья тебе мои. Надо было об этом в самом начале программы. Чего ж ты в конце? Он тебе за час кульминацию, понимаешь? Алина правильно сказала. Мы тебе за час столько невест понабрали бы, Абдул. Рассматривали бы варианты. Ну, ты знаешь, это дает повод еще раз тебя пригласить, да. И как раз и об уже, этом поговорить. И уже будем хорошо. Говорить о да. том, какая же должна быть она, избранница. Да. Реальные твоя. Претендентки будут дозваниваться к нам, а мы будем обсуждать. Да-да-да. Нет, мы будем это делать. Рассматривать кандидатуру. Рассматривать кандидатуру. Знаешь, даже по вкусу. Глядишь, тебе подберем невесту. Друзья. Я если не сомневаюсь. Друзья, мы говорили сегодня о дружбе, и, наверное, в самое ближайшее время поговорим о том, как же все-таки найти свою единственную. Пригласим замечательного артиста Абдула Мурадова. Но это, наверное, случится уже в следующем году. Доброго вам здоровья, здравия. Мы рады, что вы с нами. С наступающим. И я рада, что вы с нами. Пока-пока. До свидания. Пока. Пока.